И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, форум Дэн Куздума, Додик, Семечки, Дэнчик, Секрет, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем нравится рубрика, когда мы выживаем на зданиях от Никсботов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Первое здание, вот такой вот простенький домик с балкончиками. Ставлю для начала новенького гнома, посмотрим, что он может. У него музыка новая, ребята. Обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, чтобы выжили. Ну, видите, мы не выжили. Это что, он, получается, с одной подачи вырубил просто здание? Вот это было мощно. Я что, последний? Ну да, ты выиграл. Подсчитываем обязательно, кто сколько раз выиграл, и тот будет победителем в этой серии. Следующее здание вот такое вот. Смотрите, как прикольно оно смотрится. Это просто контейнеры. Такие помятые все, размятые. Так, ну давайте опять нового гномика. Мне кажется, он намного жестче. Что-то у меня такое ощущение есть. Дэн! Улетел первый, есть. А музычка такая прикольная. О, гондлу пашет. Блин, жесть. Бегите. А кто выиграл у нас? Мы с тобой, Дим. У меня есть гигантское большое здание, смотрите. Вот это уже посерьезнее. Надеюсь, что он так быстро его не разломает. Я на это надеюсь. Как будто нефтенасоска какая-то. Давай, нефтенасоску, ломай. Так, сейчас мы будем дольше выживать. А, не, вижу. Давайте еще одного поставим. Давайте всех поставим, которые у нас есть, чтобы было веселей. Три гномика. О, старый пошел, дудочник. Так-так, все нормально. Ой-ой-ой, шакальный. Ребята, вот это угар. Жестко ломает. Так, мы пока выживаем. Форум, Денчик и я. Хорошо тащим, пацаны, мы сможем. Кто-то еще живой у нас в постройке остался? Нет. Отлично. Все. Так, подожди, если мы будем тут все стоять втроем, мы сольемся. Нет! Почему нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, труба. Я последний. Денчик победил. Ставим проверенную постройку, которая уже годами тестировалась. Я в третий раз его ее и записываем. А что за кнопка? А, это лифт. Нифига так, себе. Так, все, поднимаем это, чтобы он не так разрушал нас. Так, и мы сейчас поставим гномика вот такого. Это более олдскульный, мы его очень редко используем в последнее время. Давайте мы с ним повыживаем. Он идет. Готовьтесь. Я полетел. Ух ты! Вот это он там крышит все. Пацаны, уже нету лифта, что такое? Вот он, вот он, вот он! Он прям подо мной. Вовремя я... Блин, хотел сказать, вовремя я ушел. Прощайте. Ух ты, я блин. Внизу, пропом убила. Так, смотрим, кто же выиграл? Семечки, Додик, Госдума. И кто у нас еще? Все. Ну, бывает. Так, идет, идет. Пацаны, готовьтесь. Ну, ну, давай, 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 давай. Давай, Дэн. Как у тебя там никнейм? ТТВ Дэнчик. Странный очень никнейм. Вот семечки. Живи, семечки! Ладно, упал. Все, у нас победитель есть. Постройка классическая. О, ностальгия прям. Ну, поставлю всего одного гномика, чтобы было интереснее выживать. Погнали. Давайте вот такого поставим. Вон он идет себя по полю, гуляет и такой думает, а что вы там стоите на здании? И начинает все крыши. Ого, он уже... Тихо. Блин, пацаны, я к вам. Денчик, держи меня. Есть, отлично, я здесь. Блин, он так опасно шатался. Нифига себе, с одной подачи просто пол здания разрушил. Это было мощно. Ребята, вы горите. Не-не-не, мы не может такого быть. Да, горят. Слышу, горит. Еще одного поставил. Секрет. Готовьтесь. Ой. Ой-ой-ой, мы падаем. Денчик, я выжил? Я вот стою в помещении, смотрите. Да. Ура, я победителя могу быть даже. Да. Это очень круто. Эй, не делай так больше никогда. Ладно, делай. Он его полностью разрушил, смотрите. В ноль просто улетело все. Давайте теперь возьмем такую капитальную постройку, где прям можно реально долго повыживать и кайфануть. Ой. Так, выбирайте сразу себе хорошие места. Легенда. А я буду ставить домика. Ого, здесь такой стоит телескоп. Я буду, наверное, на крыше выживать. Это более безопасное место. Все, пацаны, летать нельзя. Ставлю. Угу. Нет, давайте все-таки поставим вот этих. Четыре штуки, погнало. Проверенных.
Стоим себе, отдыхаем, чилим, никого не трогаем, все спокойно у нас. Ой, полстена улетела. Хорошо. Блин, надо двигаться. Потому что они в воздухе не могут корректировать свой полет. Нормально все, пацаны? Все четко? Да. Я рад за вас. Все замечательно. Ого, оно же залетело на крышу. Все. А что оно горит? Оно само поджигается, я так и не понял. Да. Это осторожно. Магия. Пацаны, осторожно, реально. Ого, у нас еще сколько на крыше было. Тек, я понял, надо спрыгивать вниз. Блин, тут щель есть зазор? А, как же вниз спрыгнуть? Мы загорели. Осторожно, горит. А, жопа горит. Помогите. Дима, иди сюда, иди сюда. Да это кто-то поджигает из пацанов. Я понимаю этот прикол. Я... А ну стоп. А, потушить. Опа. Там было. Ё-моё, я пока посмотрел, уже слился. Так, смотрим, кто выиграл. А там при любом случае нет, будет... я упал. Вот, Госдума, победитель. Где? Вот он стоит, смотри, на крысу, как красиво. Хорош. На крысу. Красиво вы его пристрелили, это было эпично. Так, продолжаем. Ну все равно победитель. У нас есть еще очень крутая постройка, сейчас я вам покажу. Это просто бомбейская, одна из самых лучших построек. Залетаем. О, легенда. Да, это легендарные постройки, которые мы используем всегда. Блин, так непривычно такой материал видеть, как стекло какое-то. Я лучше сяду куда-нибудь. Это стекло. Садись. А, да, точно. Поехали. Четыре штуки, по старой схеме работаем. А не, пять. Почему? Я думаю, на балкончике лучше отдыхать. А, блин, лучше вот так, может, я успею перепрыгнуть. А, хорошо, что на балконе не стоял. Ну нет, ну как так быстро? Я живой. Тихо, 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 тихо. Есть, я выжил, пацаны. А что, все умерли? Нет. Нет. А, понял. А, вот еще на... А, вы все... Блин. А я, блин, на крышу не залетел. Надо было залетать на крышу. Тихо, тихо, тихо. Так, спокойно. Спокойно. Не нервничайте. Вы все стоите на одной плите, вы все солетесь одновременно. Все хорошо. О, Денчик, молодец, хорошо, что ты выбрал эту тактику. Красава, что так делаешь. Смотри, сейчас они только допрыгивают, и все сливаются. И не жарятся. Блин, ну по кто ты поджигаешь? Дай я ее подожгу. Я понял, что вы через цею поджигаете. Ух ты, красиво, тупо снял в воздухе. Блин, это было эпично. Дэн, давай, я за тебя болею, ты должен выиграть. Так, осторожно. Ух ты, как это работает. Ничего себе, волчара сидит. Ну да, то он красавчик. Он знает, что делать. Так, пацаны, летайте над другими игроками, чтобы они на них и агрились. Прям, вот кто хочет, чтоб слился, давайте над ним летать. О, Дэн, я за тебя так болел сильно. Ну вот, получается, кто у нас выиграл? Тот, кто играет за миньона. Это просто эпик. Поднимайтесь, поднимайтесь все. Блин, я буду... Не, я на крыше не буду, там сольюсь. 5 штучек, всего-навсего. Не, ага. Давайте 4. Да, 3. Да, прям на одном месте, прям интересно. А я буду тут стоять. Нет, я не буду тут стоять, я буду тут стоять. Давай бегать по лестнице, они несут. А, блин, лестницу уничтожили. А все уже. Блин, я слился, я закосячил. Ну ладно, я поддался на самом деле специально. Я прыгнул на лестницу. Вы что, на штыре сидите? Денчик, не больно? Нормально, да? Это смешно смотрится. Денчику можно. Блин, да я ж ничего уже не сделал вам вообще в жизни. Денчику можно. То я буду тут лететь. Я думал, это больно. Все, готовьтесь, он прыгает. 3, 2. Ты мимо. Страшновато что-то. Да не бойтесь, пацаны, они вас убьют. Вот сейчас будет. Вот сейчас будет. Ну только меня трогают. Растерзали вас всех. Ух ты. Ну? Дим. Да? Знаешь, что должны подписчики сделать? Поставить лайк и подписаться на канал. Да. Совершенно верно. И обязательно залетайте в наш Дискорд, чтобы пообщаться. И кто хочет, может попасть к нам в ролик. Я буду не против, только за. Вы видите, они все ближе и ближе. Они нижнюю часть полностью растерзали и просто уничтожили. Я так хорошо держался. Ой-ой-ой. Реально секрет. Ну. Раз, два, три, четыре, пять человек друг на друге стоят. Все хорошо. Все нормально. Все хорошо, идем ко дну. Так, надо над вами летать. А вот эта стратегия достаточно хорошая. Согласен. Они мимо прыгают. Один умрут все. Но меня пихают. Че они мимо прыгают, я не понял. Они косоглазые. Рахиты.
Я вакханалию начинаю устраивать. Кто тогда попадет? Да ладно! Да ладно, прохладно! Ай, блин, это... Все, дымчик слился. Смотрите, 4 человека друг на друге стоят. А как мы живем? Это читер. Вот посмотрим, кто... Ой, я буду над вами. Спрыгивайте оба, я тут останусь. Смотри, 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 сейчас будут прыгать и убьют их. Можете прыгнуть, пожалуйста? Моя жизнь зависит от тебя. Нет. Опа, минус один. Давайте еще добавим, я хочу, чтобы было еще жестче. Куда там? Вот надо, чтобы замочили они эти гномики. Ух ты! Все. Красавчик. Вот это ты молодец. Блин, да я тут ни при чем уже проиграл. Так, ставлю такую построечку, но сейчас будет один гномик всего. Самый безобидный, кстати, будет. Самый лошарный. Это на сам тебя скину. Так, вот. Самый слабый, который у нас есть. А оно еще все физичное такое, никак. Да, 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 она желе, она по-настоящему построена. Ух ты! Ой, так, так, ой. Так, я должен победить. Я должен выиграть. Я на кубиках. Хорош. Ты не на кубиках. О, как? Я последний! Я завис. А нет, я был не последний. Блин, а так хотелось выиграть. Ну, Дэн по факту выиграл. Дэн, ты че мочишь? Ты че выигрываешь постоянно, Понькс. Вот она. О. А что это такое вообще? Это кафешка какая? Давайте ее посмотрим. Да, это кафешка. Дима, здравствуйте. Это любимое место. Да? Туалеты. А, да? Я знаю твои любимые. О, Кока-Кола написано. Яйцо под названием Дотик. Все, пацаны, залетайте на крышу, я буду ставить. Дотик, ты еще и овощ оказываешь. Все на крыше? Не, я. А, я вижу, куда вы хотите сесть, на столб. Ну, давайте. Все, пацаны, кто будет летать, тот проиграл автоматически. Летать нельзя, когда уже стоит гномик. Давайте опять безобидного поставим. Ой, нифига не безобидный, это троллинг, Дима, небольшой. Дима, посмотри, где. А я вижу, вы на столбе там. Класс, класс, живем. Четко? Дима, на все столб удали, чтобы... Нет, 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 пусть выживает, это тоже часть постройки, все по-честному. Так я тоже тут просто. А, да? Ого, вот вам и прикол. Вам этот столб по башке же и прилетел. Ого, он там ремонты, пацаны, делает. Да. Ой, лагает. Техника. Это нормально? Горизм вот так умеет. Ого, там стеклами Кока-Колу разбили новую. Ух ты, лагает как. А, все, я слился. Слайд-шоу. Сейчас восстановится, пацаны. Сейчас все будет. О, все, видишь, пролагало. Ой-ой. Так, смотрим, кто у нас остался. Госдума и... Секрет. Давайте же посмотрим, кто из них будет победитель. Ну-ка, пацаны, готовьтесь. А вроде как Дэн еще остался. А где, я его не вижу. Он там был. Дэна завалила. А, все, я понял. Госдума, держись. Давайте, пацаны, я вас верю, вы сможете выиграть. Я буду тут, на буквах летающих. Добавляй, Дим. Я уже это и сделал, мы одинаково подумали с тобой. Да ну не. Ну и что, кто выиграл? Кто выиграл? Госдума выиграла. Хорошо, Госдума, молодчик. О, вот это вообще будет сейчас эпик, ребята, вам очень понравится. Залетайте. Следующая серия, когда будем выживать на постройках, я скачаю мод, чтобы NX-ботами управлял настоящий человек. Это будет намного эпичней, так как человек будет выбирать, куда конкретно бить, а не рандомно, как это делает NPC. Это будет круто же, пацаны? Достаточно. Все, погнали, безобидный гномик. Ой, ой, блин, ой. Ты так быстро? Ну я же жил хорошо до этого момента. Че, все слились? За один удар просто. Я еще. Ну, нет, этот нет. Форум. Не, вот он земли не касается еще, смотрите. Дима, я еще остался жив. А, все, секрет коснулся, я видел. О, вот такая есть деревянная постройка у нас, шикарнейшая просто. Тут уже подольше будет. О, это класс. Да, согласен. Можно вот выпить водички, кто хочет. Где что, у нас колеса лежат, очень странная постройка. Колеса какая-то. Дим, тут лифт есть. Отлично, а сейчас его гномик поломает. Ха, еще есть гномик. Я буду тут в ванной сидеть, смотрите. Я просто сижу себе, отдыхаю, никого не трогаю. Просто принимаю ванну. Конечно, воды немножко нет, но ничего. Туалет у меня здесь грязнючий. Там такое творится, что это нереально. Я в шоке. Все, садись. Ой, залазь в ванну. Сейчас, сейчас. Она нас спасет. Вот на бачке буду. О, давай на бачке, отлично. Его на стол. А я знаю, что ты воду в бачок набираешь, я понял. Ой-ой. Вот это подача была, я ж дернулся немножко.
Дима, я так, проиграл, смотри. Да? Я проиграл. А я? А ты еще живой? Ну, я лежу. Значит, а подожди, тут на кровати кто-то есть? Ну, тут трудное это положение. Так. Я сзади. А, нет, Дэн опять выпал. Дэн, нет, еще не Дэн, тут еще есть человек на ван, на кровати сидел. О, нет. Именно правильно сказал, сидел. А вот еще, смотри, у нас есть форум еще живой. Че вы меня забыли? Ну, вы че? Ладно, я приму то, что я проиграл. Надо уметь проигрывать с достоинством. Ух, хорошо, что ты, я думал, ты перепрыгнешь. На которой можно было посидеть. Блин, прикольно получается, что все так круто рассыпается, разлетается по всей карте просто. Кстати, обратите внимание, у нас GM-констракт без воды. Вы видели такой GM-констракт? Это что-то новенькое. Мы здесь скоро сделаем выживание, очень круто будет. Так что не пропускайте новых роликов, подписывайтесь и обязательно колокольчик. Так, что у нас тут? А, еще Дэн, все-таки вы еще тащите, да? Ну да. Можно было на умывальнике посидеть. На меня, да, конечно. А мы специально делаем. На Дэна надо летать. Ой. Так. Дэн, мы тебя поздравляем искренне. Ты лучший выживальщик на постройках от Нексботов к домикам. Ты красавчик. И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусанек, Кисми, Угабуга, Кейстарс, Крошка, Окрошка, Сильвер, Поплавский Сошунок, Блеймарк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. Всем понравилась рубрика «Смогут ли гномики разрушить нашу крепость?». Смотрите, и добавили теперь еще нового гномика. Он более жестче и раскидывает приветы просто на десятки метров вокруг себя. Диспетчику, пожелайте приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Так как у нас новые гномики, я и подготовил новые постройки. Сейчас будет дом Гусенька. Смотрите, какой у него классный домик. Вам нравится? А как попасть в него? Богато живет. Открывай! Ладно, ой, странно это работа. А как ты поднимаешься между этажами? А он летает. Это очень странный у тебя дом. Халупа пойдет. Поехал, давайте сейчас одного. Хочу сразу попросить, чтобы вы подписались на мой канал. Давайте в этом году добьем на канале Димас ТВ, то есть на моем 2 миллиона подписчиков. Всем спасибо, кто это сделает. Ого, я же сказал, что он жестче. Я говорил вам, пацаны. О, хана дому. Он за 5 секунд его развалил. Будет. Максим! Блин. Максим! Ну я поддался. Моя школа. Так, кто же из нас выиграет? Кейстарс или я? А там Сильвер еще. А, Сильвер еще есть? На тебе. Вижу. Сильвер, пока. На тебе. Блин, Сильвер победил. У тебя одно очко теперь есть. А, получается два. Ладно. Ладно, одно, пошутил. Вот дом Максима. Вот. У тебя в воздухе висит. А что у тебя такой дом скромный? Это лабиринт. А где ты спишь? Такой дом? Иногда здесь я сплю. Иногда там. Понял. Так, еще раз новенького поставим. Мне кажется, он прям очень жесткий. Ой, мой дом. Один летел сразу в хламинго. Фламинго? Ой, балкон сломал. Ой, сальтуху закрутил, Максим. Блин. Не летайте надо мной, они меня будут убивать. Я попробую перепрыгнуть. Давай. А, споткнулся. Блин, там какая-то штука. Ладно, я не хочу перепрыгивать. А смотри, как я могу. Голова? Давай, на тот мостик к огурцу. Так, мы опять с огурцом остались? Это кто? Да что ж такое? Кто это? Кейстарс. Кейстарс два раза уже выиграл. Не я, это Марк. Да я специально не так. Этот намного жестче, вы понимаете? Это какой-то вообще читерский. О, что за ракетная постройка? Давайте мы ее посмотрим. Вот. У тебя из хрусталя? Да, я вообще похожу. Хрустальный дом. Вот у кого зарплата хорошая. Блин, и как тут выживать? Я не знаю, давайте мы двери удалим для начала. Мы же все тут проиграем. Не все, только ты. А подожди, тут как будто стен нету, но они есть. Хорошо, я сейчас поставлю подальше, чтобы забежать. Ставлю далеко, чтобы успеть забежать вовнутрь. Во. Идет. А что оно ломается как дерево? Это что, материал такой наложенный просто? Наверное. А, я живой. Иди. Я тоже. Я тоже.
Он еще так прикольно ржет. Ну да. Прикольно. Саня, уйди. Пацаны, прощайте. Как Дед Мороз какой-то, Санта-Клаус ржет. Ой-ой-ой! Я ж дернулся. Нет, пожалуйста, мне не надо! Меня не надо! Опа, интересно, кто же выживет из пацанов? Давайте посмотрим. Нет! А, Максим, я был последним. Максим, последний. Вроде не Кейстарс был, пацаны. Вот сейчас будет самая лучшая постройка, которую вы могли видеть в Гаррис моде. Давай. Обещаешь? О! Моя хата! Давайте на ней повыживать, реально для прикола. А что наша та? Так подождите, мы уже стоим, она шатается. Мы уже не надо никого ставить. Нормально, нормально. Я тут живу и нормально. Так, ставим более старого гномика. Ой-ой-ой. Вот это была подача. Вот дом Кейстарса. Ого, у него дом лучше, чем у меня. Ну так, смирись, у него зарплата выше. Ты же сам сказал, какая зарплата, такой и дом. Вот его компьютер, видите? Вот тут он. Вот у него стиралка. А это что у тебя за технологии здесь такие? А, ты диджей? Да. Я понял. А стиралка у тебя такая, я вижу, профессиональная. Теперь поставим гномика среднего класса. Это и старый, и не новый. Ух ты! Понятно все. Он уже дебоширит. Прощайте, пацан. Ой, стиралку там заберите после записи. Это ж все в аренду берется. Блин, это жесть, что творится, он раскидывает весь дом. А! Ё-моё, ты специально проиграл. Нет! Все, я выиграл. Подожди, я на стиралке еще. Он еще на стиралке стоит, кстати, да. А, ну все. Иди трусы вонючие свои стирай. Последний. Вот дом Угай-Буги. Угай-Буги. Нифига себе, у тебя золотой конь, который сыт. Нормально у тебя получается, что мочевой фонтан из мочи, что? Конячий. Так, давайте посмотрим, что у него тут в доме есть. Ого, у тебя прям жирная халупа. Это как корпорация, это моя корпорация. Монстров. У тебя тут майнинг ферма. Нифига себе, у тебя тут прям офис. Он очень богатый. Да, ты элитный человек, я вижу. Так как у нас очень большое здание, поставим самого нового и самого мощного. Пацаны, прощайте, если будет лагать, я не виноват. Ого, он растерзает, там твоих сейчас конь полетит. Ой. Я сказал, что будет лагать, пацаны, я не виноват, оно само. Это слайд-шоу, все нормально. Сейчас полагает. Ждите, сейчас будет лагать еще сильнее. Блин. Уже страшно, у меня вообще жесть. У меня 1 FPS. У меня 59. Ждем, сейчас он разломает дом и все будет хорошо. Да блин, мы кони. Я знаю, что пролагало, надо еще добавить. Еще хуже. Спасибо. Не, у меня не лагает. А у меня лагает жесть. Ну ничего, это ж Гаррис мод. Ё-моё. Проходит. Ой. Их очень много. Пацаны, прощайте. Живу. Ой. Я живой еще. Ой, там сундуки летят чьи-то. Так, бейте Диму. Помните Диму. Падай. Все, ляща поймал, красиво. Блин, ты был последним, Дима. Я победила. Да. Ой, победил. Вот дом сосунка. Хороший домик у тебя? Печка да. Есть даже, он спит на ней. Он в деревне, да. Деревенский дом, он в деревне живет. Только, пацаны, придется выживать на крыше. Как в реале прям. Блин, здесь... А чё? Крыша прикольная, Санёк спрятаться может. Кстати, реально. Оп, всё, меня нет. Так, ставим самого слабого, так как домик небольшой. Ого, крыша дё! Всё, блин, крыша придавила. Это жесть. Курец выжил. А, ну понятно. А он использует читерскую тактику, он садится постоянно, поэтому он и выживает. Вот дом плеймаркета. О, лопата, велосипед. Ну, то есть сразу видно. Мусорка. Ну, то есть все красиво сделано, да, по феншую. О, будка для меня. Блин, это больше похоже на курятник. Дима, смотри, я в будке. А где тут? А, точно. Тут балди. Открой. Так, пацаны, залетайте. Будем выживать. Максим хочет сесть, я вижу. Ну, не получается. Ну, не получается. Ой, все... Главное, что у меня получается ставить гномика. Пацаны, да я не хотел на самом деле. Так, ладно, хотел. Прощай, гусанёк, прощай. Ты был хорошим человеком. На тебе. А, Дима, последний. Дима запобедил. Наконец-то я выиграю. А, нет, ещё ж Кейстарс, он лучше выигрывал, чем я.
Ну, у тебя 2 очка. Вот дом Сильвера. О, аптека? Ой, да, больница. Аптека. О, я в очередь занимаю, я первый. Так, прием к врачу, я врач. Мне только спросить. Бахилы брать будете? О, гранату. Да ладно, я пошутил. Ой, она уже начала ломаться, мы еще гномика не... Ого, она горит. Ладно, надо быстрее гномика вставить, пока она сама не разрушила себя. Быстрее, гномик, помогай. Давай. Самый зад. Идите в зад, ой, в зад части карты. Что здесь кастрюля делает? Ой, вон. Зря вы туда пошли, зря. Ай, угу, вот это улупило. Так, смотрим, кто же выиграет. Интересно. Ух, ты сальтуху. Я выиграл, что ли? Смотрите, какая есть крутая постройка. О, шар какой-то. Это сфера. Очень гигантская, кстати. Мне кажется, ее в конце ролика надо будет бомбой изнутри взорвать. Хорошая идея? Да. Да, хорошая идея. Так, ставим всех по одному, новых и старых, и средних. Погнали. Три брата акробата. Максим, все нормально? Все четко? Все нормально. Ого, отлетел. Нормально, я тут сижу. Голова пластиковая. Как будто это твое туловище напоминает, покушал. Нормально. Ого, плитки разлетелись. Ну зачем я смотрел? Ну зачем? Ногами вниз. Ой, блин, больно как. Пожить. Блин. Ой, нормально. Ой, красиво. Плеймар. Опять плеймар последний. Это было мощно. Как и обещали, мы сейчас эту сферу просто по красоте взорвем. У нас есть специальная бомба, которая очень сильно раскидывает пробы. Вот она. Так, уходим. Улетаем. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэн, Гусанёк, Кейстарс, Флайинг, Алекс, Хацкер, Плеймаркет. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Давно у нас не было рубрики. Смогут ли Nexbot'ы разрушить нашу крепость? И Nexbot'ы будут не простые, а гном Nexbot. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Все залетели? Да. Конечно. До начала оставлю одного, давайте посмотрим, насколько он мощный. Да. А Бунги очень сильные, а это вот мы не знаем. Ой, я уже слышу его. А он вообще может ломать здание? Да. Хороший вопрос, Дим. Мы не проверяли, подожди, давайте... Ребята, все рубрики, которые мы записываем, мы не тестим. Мы просто проверяем их прямо на записи. Это жесть просто. Ой-ой-ой, чуть не поцеловал. А, Криш! Блин, я сильно их много поставил. Кто останется последний, тот будет победителем. Гусанёк! Нет. Все-таки Гусанёк был последний, я увидел. Красавчик, молодец. Респект. Правильно, это было жестко. Смотрите, самая популярная постройка и самая хрупкая из всех, которая может быть. Все, залетайте, пацаны. Ого, он все балки просто крыши. Мне кажется, он даже жестче, чем Абунга, намного жестче. Это было рядом. На соплях. Чьи там сопли? Кто там шмарканулся? Ребята, настроение отличнейшее. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ай-яй-яй! О, я вот так буду стоять. А, сейчас кто-то упадет. Кейстарс, давай, держись, я в тебя верю. Дэн! Молодец! Ой, я чуть не подавил. Это жесть! Так, кто остался? А, я остался. А вроде бы все упали, не? А я так и не понял, кто был последний выживший. Алекс был. Алекс, ты молодец, наполовину. Давайте вообще поставим конченое здание. Сегодня у нас будут очень странные постройки. Заходите, это будка Гусанька. И вот собака тут живет. Хотя он живет в квартире. Но это будет смешно. Гномик пошел. Он просто насквозь проходит и даже не считается ни с какими материалами. Ему все равно бетон, это дерево, плитка, он все крышит. Ой. Я живой еще. А, нет, мы втроем. Думал, я один остался. Я хочу победить. А кто упал, тоже проигрывает? Да. Главное, земли не коснуться. Ух ты. Это было хорошо. Это было близко. Ну, я выиграл. Блин, так я себе хоть раз в жизни выиграл. Вы красиво, пацаны, отлетели. Так, поставлю 3 штук. Выиграет сильнейший. Ой-ой-ой. Ого, доски полетели. Пацаны, кому надо дрова, в конце ролика можете забирать себе. Будете печку топить, борща наварите. Они подо мной. О, нет. Вот это я поймал, ляща.
Вот это жесть! Так, у нас Дэн выиграл еще. Флайинг. О, Флайинг и Дэн, и больше никого нету. Дэн, ты победитель! Пацаны, вы считаете, кто сколько... Еще кто-то есть? Я еще жив. А где он? Я в башне сижу. О, вижу! Красавчик! Давайте, чтобы он его убил. Ну! Ого! Мне кажется, они даже жестче, чем Абунга. Дэн! Дэн! Дэн выжил. Все, Дэн, ты победил. Ну да, все, огурца нету. Так, пацаны, только что вы считаете, у кого сколько очков? Дима, мне своего одного очка хватает. Да, я тебя понял. Пацаны, залетайте все. Все готовы? Да, давай, поехали. Да, давай. 5 штук всего-навсего поставил, ну как бы, ну, чтоб не сильно убивало нас. Хотя это был сарказм. Они сейчас жестко всех замочат. Ух ты! Ух ты! Гусаню! Что они просто распинывают это все. Так, да, они просто психи. Меня выкинуло балкой по животу! Блин, это было жестко. Так, кто у нас? Хацкер, Плеймаркет. А Дэн молодец. А как ты сидишь? Дэн живет. А, понял. А. Прикольно. Ничего себе не жестко. Они очень жесткие, пацаны, очень. Они просто распинываются. Ну, давай. Да блин, они мимо. Вы понимаете, сейчас если прилетит один этот гномик, вы все сольетесь. Перепрыгните кто-то в другую часть этот, карты. У вас же есть вот возможность сюда перепрыгнуть. Тогда будет шанс выиграть намного больше. Вот, правильно сделал. Вот это жесть. Так, трое, да, осталось? Да. Дэн, который сидит на палке. Смотрите, что сейчас будет. Я огурец. Дэн! Молодец! Дэн! Плеймаркет, ты выиграл! Ты молодец! Ты красавчик! Блин, ну прикольно получилось. Сейчас будет более такая постройка, уже побольше. И шанс выиграть будет тоже больше. Нормально. Но на самом деле шанса большего не будет, так как я ставлю очень много штук. Готовы слиться, пацаны? Давай. Это будет сейчас самый быстрый раунд. Они просто раскрешили там все. Ой! Мы сейчас все вместе умрем, смотрите. Это жесть просто. Ставлю туда одного, по вашим просьбам, чтобы было все интересно. Погна дном. Мне кажется, оно не на досках стоит, оно кто-то харкнул, наверное, вот на этом оно и стоит. Кто на Харьков? Кто на Харьков, да. Телевизор летает. Дэнчик! Я думал, ты победишь в этой серии. Ой-ой-ой, там столы летят, диваны. Бочки разлетают, стекла трещат. Гном вообще псих какой-то. Холодильник валяется. Ну? Ой-ой-ой. Ящики. Колесо, пацаны. Ой. Там запаску кто-то потерял. Огурец, ты что там сидишь? Нельзя, что ли? Во-во-во, пацаны, прощайте. На! Я выиграл? Нет, Да я специально, видишь, нет, я еще, проверил. Еще внизу тебя. А, да? Значит, я, скорее всего, выиграю. Там гусенек просто умрет. А где гусенек? Кто в меня стреляет? Дэн. Опа. Я здесь буду. Дэн, гусенек, тебе так повезло, слышишь? Сейчас проверим, кого же выберет гномик. Давай. Нет, почему я? Ну, блин. Ну, ладно. А, еще и замочил меня. На всякий случай. Так, интересно, кто же выиграет? А кто у нас? Хацкер и гусенек. Два пацана, одни из лучших пацанов остались. Еще Плеймарк сидит. А, еще и Плеймарк. А где он? Да. Я его не вижу. Вот здесь, я вот за этой стенкой. За этой стенкой. За вот эту стенку зависит. А, ты на туалете. А, ты в ванной сиди. Ну, купайся, купайся. Я сейчас остался. Ты покупаешься на свою голову. А, все, давайте. Все. Давай. Слились? Все, гусенек, ты выиграл. Нет, гусенек хорош. Как нет? А ты еще там на параше сидишь? На еще... Он на ванне! Он еще не слился. Не, погоди. А, да, он все еще футболит. Санечек, ну блин, это было близко. Ты готов умереть? Я надеюсь, что нет. Ну! Гусеньковый. Ну! Ой-ой-ой, осталось чуть-чуть.
Ой! Прикольно, осталась одна досточка, уголок от шкафа. Ух ты! Я тут при чем? Вот это получил для ща. Ну все, Плеймаркет, ты вы красавчик. Давай. Давайте разбредайтесь по комнатам. Ой-ой-ой. Это мега большая постройка. Поставлю всего двух, пацаны. Вот, два штучки. Давай. Все, полетело. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты, кто там был? Я... О, нет, они не пробили днище. Все, я слился сразу. Все, Дэн, мы с тобой сейчас затащим. Я прям чувствую пятая точка, она чувствительная у меня. Ух ты. Это было близко, но мимо. Вот сейчас прыжок будет точно замочит кого-то. Смотрите. Ну? Нет. Ух ты, ого, вот это оно вырвало кусок здания. Дима, а вот это вот здание спокойное так-то. Ну да, ух ты. А что там вообще такое? Опять Плеймарк сидит на чем-то. Опачки, опачки, я лучше здесь буду. Нет, я лучше до Дэна пойду назад. Хорошо, что я ушел оттуда, вот это было бы прикольно, если бы я там слился. Все, это самое везучее место на всей планете. Дима, прими челлендж. Вот на вот этой палочке стой. Давай. Я пойду, я несу. Не смотри. Верь ему. Я верю ему. Он меня никогда не обманывал. 100% затащил, смотри. Никогда, все, я победитель. Вот, о чем я говорил, пацаны. Ну видишь, как он, Дима? Как он выжил? Ну, вот так вот. А, блин. Видишь, Дима, мне доверять надо. Да, я верю тебе. Спасибо. У тебя будет прыжок. Ну. Ой-ой-ой. А, там еще кто у нас? Гусанек, да, тащит? Хорошо. Что, может к вам прийти? Нет, гусанек. Ты живой? Так, нужно найти путь к вам. Давай, пока не разрушили полностью все здание. Ну? Они летающие гномы. Именно на меня идут. Да, они такие психи. Все, все, все! Нет! Фух, спасибо, что я не слился. Ладно. Я бы еще увидите летающих гномов. Вот, я буду здесь тащить. Только на канале Дима стоит. Это точно. Так что заходитесь, подписывайтесь, все будет. И обязательно залетайте в Дискорд, пообщаемся. Да, может в ролик попадете. Ой, ой. Они прыгают, прыгают, убить не могут, да? Разнообразим немножечко. Нет! Лучше бы на той палке стоял. Ну че я ж тебе не послушал? Ну вот, Дима, видишь, слушаться надо. Да я специально не послушал. Блин, да я думал, я затащу. А кто у нас выиграл? Опять я, что ли? У нас огурец и Дэн стоит еще. Все, ждем. Кто из них затащит, интересно. Ой-ой-ой. Это было близко. Дэнчик, ты готов? Денчик, иди на вот эту палку, где Дима стоял. Она фартовая. Да. Ой, красиво, Дэн! Пока мисс ты побеждаешь что в этом ролике. Дэн? У тебя 2 очка. Это как-то очень странно, но у тебя, видишь, 2 их уже. Смотрите, какая у нас будет мега большая постройка. Это просто жесть. Имба. Да, имбовая притом. Все залетели? Да. Да. О, давайте для разнообразия, для сравнения поставлю абунгу. Ой-ой-ой. 4 абунги. 4 абунги, по стандарту. Нет, нет, нет! Ай-ай-ой, ай-ой. Еще получил по мордасам. Хорошо, блин, хотел там, знаете, зацепиться где-то. Я понимаю, что сейчас этот потолок пробьют и все сольются. Ой-ой-ой. Ой, нет, меня не надо, я буду над пацанами летать, чтобы они за ними агрились. Да чё такое? Никто не умирает, я не понял. Гусанёчек! Не везёт мне в этой серии вообще. Ну а кто виноват во всем? Абунги. Да здрасте. А гномики тебе тоже не везли? Да. Еще Дэн живой. Я думаю, что... А, Дэн уже не живой, он уже в воздухе. Опять огурец тут сидит. Хе-хе, молодец. Хорошая тактика крысы. Ха-ха, до этого момента была. Ой. Так, огурец убал... Кто это? Кейстарс, ты победил. Выясняю, кто же лучше, Дэн или Кейстарс. Выживает чисто вдвоем. Ставлю гномика, потому что он не такой агрессивный. А бунги какие-то психи. Все, поехали, смотрим. Давай, Дэнчик, я в тебя верю. Дэн, ты победил!
Денчик. Денчик, ты лучший! Молодец! Дэн, я тебе хочу медаль дать. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Рассовок, Кейстарс, Кленка, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня будем убегать от гровли гнома на машинах. Посмотрим, сможет ли нас догнать и замочить. Если хотите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем убегать. Или, скорее всего, уезжать. Он очень классно разрушает машину. Отлетают колеса, машина начинает дыметь. Ну, взрываться, я не знаю, будет она или нет. Вот смотрите, колеса отлетели, видели? Все, одного он просто утилизировал. Красавчик. Досмотрите ролик до конца, потому что я буду сейчас ставить очень много гномов, и будет сложно, присложно выживать. Хорошо, давайте сейчас отъеду и добавлю еще, чтобы он мою машину не поломал. Самую модную. Чпонь. У меня самая модная. Не-не-не-не-не, не говори так. Во! Вот теперь толпа пошла. Так, это у нас уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 гномиков. А, даже 8. 8 там вдалеке бегает. Уже тяжелее встает. Обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь, если вам нравятся эти гномики. И машину перевернули. Ой-ой-ой, колеса отлетели. Прикольно получается. Пока мне что, я ни разу не умер. Ну, конечно же, они медленные. Это не так уж и сложно. Были бы это бунги, была бы жопа всем. Что с моими колесами? Эй, а чего у тебя машина так трется? Ты ее опустил просто? Да нет, у меня... А, у тебя колеса поломаны. Смотрите, какой гусанька колеса восьмерка идут. Уезжай, уезжай, быстрее, не сзади, гусанек, быстрее. А, ты не можешь управлять тачкой, или она не ездит вообще? Ездит, ездит. А, нормально. Все нормально, немножечко, конечно, колбасит тебя. Эй, мы же в одной команде. А чего у меня колесо поломалось? У них, получается, дамажит на расстоянии, что ли? Походу. Прикольно, офигенно. Но я все равно езжу, при этом, смотри, машина управляется. Да тихо, тихо. Ух, они там чувака забросали просто. Так, 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 надо разворачиваться. Это хорошо, что я машину приподнял. Вот это они там пацана раскидали. Еще, беги. Да что ж ты эту машину берешь рахитную? А, и слился. Так тебе и надо. А мы тут возле озера. Да? Я тоже еду к вам, пацаны. Я хочу с вами кайфовать. Давай, давай, давай. А, я вижу, вы на мостике, да, стоите там? Ага. Все, лечу. Сидим, кайфуем. А у вас колеса целые или тоже поломанные? Да, целые. А чё не, а чё не ломается? А твоя машина всё уже, да? Крякнула? Нет, она ездит. У меня крякнула всё уже. Так тебе и надо, гусанёк. Ты вообще не можешь двигаться? Вообще ноль? Всё, не могу, да. Не заводится. Так ты при этом к ним не подъезжал? Ну, да. Это очень странно, они работают, но при этом очень круто. Блин, надо добавлять еще. Смотрите, они просто толпой гоняются за одним человеком. Надо их сделать так, чтобы они по всей карте разбрелись. Ой, ой, беги, беги. Во, погнала. Бежим. Гусанек, езжай быстрее, гусанечек. Я не могу. Еще колеса сзади отлетели. Вот это же... Ого, кстати, гусанек, она хорошо у тебя боком дрифтует. Без колес, конечно. А я смогу заехать? О, он отлично заезжается. Блин. Я вижу, как они твою машину ломают еще раз. Так, я буду здесь сверху стоять. Надо подальше от них заспаливаться. Вот это они опять сами дудками дудять. Дудять. Блин, у всех колеса передние разломаны. О, гусонька, целая машина? Ну я заспаунился подальше от них. А теперь... Газуй! Да, газуй, 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 быстрей! Вот они уже и здесь. Видите, по всей карте начинают разбредаться, и все будет очень весело. Но это не предел, мы сейчас добавим еще около... Я думаю, 50 штук нормально, да, будет? Нравится. Прям рядом, прям рядом. А где забой. Они? О, странно. Они как-то толпой ходят, вы заметили? Они не хотят по одному ходить. Они вон разбрелись. Уезжай, убегай! Ты прикольно с одним ходом валишь, пойдет. Тебе жопа, смотри, что сейчас будет с ним. Колеса отлетели. Блин, ну прикольный этот мод на разрушение машин. Мне очень он нравится. Пацаны, кто еще ни разу не умер? Я два раза. Я один раз. Я ни разу, пацаны. А я три. Представляете, как хорошо играю, вообще четко. Мне кажется, надо еще добавлять. Миша, все фигня, давай по новой. Я их в разных местах специально поставлю. Во! Вот это жесть, что на спауне творится! Они в футбол машинами играют. Пацаны, вы пока не ставьте там машины.
Так, приближается гусеня, готовься. И прыжок. На всякий случай лучше заранее прыгну. Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Блин, это было близко. Тихо, осторожно, осторожно, осторожно. Нельзя, чтобы они близко были возле машины. Они мою машину разломают! Нет! Нет! О, нет, еще одно колесо. Подожди, а я могу? Вот это колесо. Как? Получается, это мое колесо, когда я нажимаю газ? Оно без меня крутится, вы видите? Смотрите, вот вперед нажимаю, вот назад. Блин, ну прикольно. Тупая физика пропов, гусанек. Ура. Тебе нравится? Нет. Мне тоже. Ты зачем их сюда ведешь? Веди, веди их, чтоб все умирали. Так, давайте теперь на этой тачке погоняем. Такс. Поднимем обязательно рессоры. И сразу сваливаем. Такс, такс, такс. Дим, посмотри, где я застрял. Я вижу. Они тебя сейчас скинут. Давай посмотрим, как ты за этот вылетишь оттуда. Так. Не, они не скинут меня. Они не скинуть? Шаги. Я ехать на... Гусуняк, я тебе помогу. Жди меня. Ну не надо. Я выручу дружганя своего. Ну нет. Я не поеду больше. Я не поеду больше. У меня колеса нету. Не надо этого делать. Ну не надо. Пусть она тебя уничтожит. Я тебя прям скинул в этот в логово гномов этих. Это было прикольно. Так, я всего один раз слился. Гусуняк, ты сколько раз? Уже 3, наверное. Я 4. Отлично. Блин, они опять объединились в кучу просто. Так, приближается. Приближается. Но они очень медленные, да, пацаны? Да. Мне кажется, надо еще ставить. Кто-то мало их поставил. Хотя я вижу, пацаны сливаются. Нет. Это, наверное, мне одному везет. Нет. Так. А! Блин, нафига я с машины вышел! Мою тачку уничтожили. Блин, вот это подпись. Такое ощущение, что он ждал меня, чтобы замочить. Так, так, так. Ставить машину. Гномик. Отлично, уходи. Так, давайте теперь возьмем вообще с другого пака. Вот такую тачку возьмем. Она очень круто управляется. Такс, такс. О, я готовка. Гусунёк нормально стоится? Да. Так, получается, они сзади дома постоянно тусуются? А, нет. А, они убили чувака и спустились. Ай, блин! Блин. Так. Нет, они не едут ко мне. Блин, и она заднеприводная, она наоборот кончено управляется. Без шифта надо ездить. Давайте к нам на мостик у нас. Круто. Сейчас все будет, пацаны. Ай. Блин. Что, гусуняк, разломали тачку? А, я вижу, вон твои опять колеса разлетелись. Все, все. Занима колес. На мостик еду, пацаны. Будем сейчас все вместе тусить. Давай, давай, давай. Мы должны выжить. Че, гномики идут? Нет, это не к нам, это не к нам. Они как их все там. Ну, все со мной вообще бегут. Вот это там толпа. Ребята, все будем еще ставить. Это все фиг. А ты... А чья эта кара стоит? Да я аккуратненько проеду. Все, я тебя вроде бы не скинул. Не-не, все четко. Там все было продумано. Ставлю еще, пацаны. Мало. Мне очень мало. Я хочу много гномиков. Нет! Вот это жесть! Нафигачил. А! Блин, я пока стоял! Смотри! А, отлично, я живой! Блин, ну задний привод, это жипа вообще! А вот теперь будет весело. Около 60 штук, даже больше, чем 50. Я страшно. Не бойся, не бойся! Ты просто стой на месте и жди, когда они к тебе придут. Я уже О, я знаю, как можно разнообразить эту серию. Они не дают. Пацаны, я придумал сделать так, чтобы было весело. Сейчас я вам покажу. Сейчас я отъеду на безопасное место и кое-что вам покажу. Ох ты, блин, вот это я увалился. О, колеса разломились. Да как они поломали мне их? Я же не был рядом возле них. Это что за бред? Тихо, мужики, тихо. Успокойтесь. Ай-яй-яй! Ой, я не буду вылазить. Давайте посмотрим, что будет, если я не вылезу с машины. О-хо-хо! Диппер, держись! Вот это звук металла у меня. Смотрите, как они меня облепили. Выхожу с машины. Я живой! Отлично, это повезло мне.
это жесть! Отвалите от меня, я хочу машину поставить. Только не абунги. Да ну чего, они хорошие абунги. Да, они вообще милашки. Нет, они хорошие, они не бьют сильно же. Ай-ай-ай. Так, пацаны, гномиков. Отстаньте! Ах ты, блин, подсрачника прописал. Так, надо быстро машину ставить, валить. Все, валю, быстрее. Слышь, а бунги не такие, что и быстрые? Или они быстрее, чем гномики? Они быстрее. Ну, может, они даже умнее чуть-чуть, чем эти. А, гномик, колесо! Так, абунга, абунга, пожалуйста, не надо. Абунга, стой, пожалуйста, абунга! Нее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 ee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 e
Просто улетела. У тебя вообще машина жмыхнула. Что машина сделала? Жмыхнула, говоришь? Жмыхнула, да. Ребята, теперь у нас получается приблизительно... О, нет, Абунг все-таки меньше. Гномиков больше. А Абунга жестко на меня охотится. Давайте проверим, спрыгивает. Абунги спрыгивают, а гномики не спрыгивают. Абунги везде. Вот это я уклонился. Бля, а как мне машину поставить теперь? Ой, я сейчас их обману. Я смогу. Смотрите. Да, Бунга, опачки, что, пацаны, падаете, да? Нет! А ты, блин! А! И вместе с бананом валяюсь. Машина! Ну, машина! Ай! Ого, Гош в окно влез! Да ё-моё! Главное, что Диппер лежит и улыбается. Все, я успеваю. Газуем, 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 газуем! А, задние колеса! Не успел немножечко. Ах ты, ё-моё. Блин, ну они какие-то очень агрессивные. О, давайте от первого лица посмотрим, как это выглядит. Они как будто стучат мне в машину. Открой быстро! У! Идите. Так, машина. Газую, 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 газую. Машинка, давай! А, гномики здесь. А! Не успели. Машина, давай, я в тебя верю. Гусуняк, а ты где? На пирсе стою тут. Да. Все, я к тебе иду. Давай к нам. Или еду. Ну, нет, не успею. Успею. Ай, колеса повредились. Саня, уезжаем, Саня, уезжаем. Это жесть. Блин, пацаны, это все. Это просто жипа. Согласен. Ух ты. Да ё-моё. Гусуняк, ты на синей машине? Да. Огурец. Я с тобой покатаюсь, давай, поехали. Давай, гусонечек, я тебе буду подсказывать, куда ехать. Так, правильно, за дом едь. Хотя ты так бы это сделал. Пять колес этот жмыхнуло. Ну, зато задние что были, ведущие. Гусонек, ну что ты исполняешь? Ну едь, быстрей! Все, ты подписал нас. Бум. Сейчас. Ё-моё. Ой, блин, так, кто взял? Надо улететь, чтобы они меня не убили сразу. О, надо взять что-то такое необычное. Как у меня? Микроавтобус возьму. Ай, Абунга, говноед. Ладно, понял, пацаны. Опять в кучку собрались, чтобы нас мочить. Молодцы. Гусуняк первое место занял, Сергей Тайм второе место занял, а последнее место занял Кленко. Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Плеймар, Кисми, Угобуга, Сергей Тайм, Иртик, ОлТВ, Додик. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас будет очень классная серия, так как у нас крутецкая карта, это едущий поезд по полю с большой скоростью, и будем еще при этом убегать от гномиков Гроули. Если вы хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. У нас есть три вида. Для начала я буду ставить самого простого. И будет все жестче и жестче. Он уже свои дудки расчехлил. Пацаны, готовьтесь. Готовьтесь. В конце ролика будем подсчитывать, у кого сколько смертей. Вы меня не раз убили. О, отлично, у меня одна смерть, значит, я выиграю. Уже о, отлично, один слился. Я сейчас буду добавлять все больше и больше, поэтому в конце ролика будет просто жесть. Обязательно досмотрите. Ну и по старой схеме мы этот поезд прям вот здесь... Нет, мы прям сам поезд взорвем мощной бомбой. Так, никто не... А, умирают. Пока не буду ставить, пока все умирают. Ставлю жестче. Этот покрепче будет, мужик. Отлично, он не за мной. Вот это улетел. Ну зачем ты стоял? Пацаны, он вам идет. Будьте внимательны, он сейчас вас замочит. Ну-ну-ну-ну, осторожно. Осторожно. Нет, не я, не я, не я, не я.
Так, надо бежать, я понял. Так, уходим. А что тут другой гномик? Он застрял где-то? Поезде ходит. А, я вижу, по поезду. Пацан, он сейчас может нас убить через крышу. Не стой, не стой, не стой, беги. Блин, это так опасно. Скоро нас будет догнать поезд. Я перепрыгну на него и буду выживать на другом. Ой, пацаны, я бы вам советовал... Нет, с двух сторон зажали. Отлично, я живу. Кстати, обратите внимание, я еще ни разу не умер. Просто красавчик. Держусь. Коля только слышу, крякает. Это хорошо, молодец. Они на спауне, да, спавнятся? Да. Это круто. Да вы пока не возрождайтесь, ждите, пока не уйдут. Что ты делаешь? Так, осторожно, у меня очень острый ножик в руках. Ой, это я кликнул случайно. Вот так ты со мной. Вот, видите, что он сделал? Нет, теперь я в лошади ловушки появился. Он ушел, надо быстро валить. Надо закрыться. Такс. Ой, блин. Так, а ты что летаешь? Ол-ТВ, ты летал. Я не летал. Блин, мне показалось, что... Я пересмотрю на запись. Ребята, напишите в комментариях, он летал только что или нет? А, значит, читы используют. А вот мы посмотрим. Вот поезд подъезжает, я сейчас буду на него паркурить. Это будет сильно. Нет! Ну, блин, ну это было очень сильно вот в этот момент. Так, быстрее, 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 быстрее уходи отсюда. У меня аж ноги всегда впереди бегут, когда я бегу со всей силы. Так, давай на лестницу прыгай. Оп, отлично. Ждем. Блин, отличная карта, просто бомбейска. Пацаны, кто не сможет на поезд перепрыгнуть, другой, который едет? Может, Саня тут. Я иду к вам, пацаны. Так, они рядом. Не очень близко. Опа, смотри, как я красиво это сделал. Вижу, давайте. Пацаны, только давайте не воевать между собой, хорошо? Блин, мисс Клик. Я случайно это не хотел. Это было очень случайно. Конечно, мисс Клик. Блин, да кто это меня сбросил? Блин, это карма. Я знал, что нельзя так делать. Я буду это делать все равно. Блин, он за мной. Беги по поезду, быстрей. Гусанек, быстрей. Мой трупик отлетел. А, тут. Я видел двух. Кто где-то под ногами белый валяется? Вонючий. Тихо, гусанек. Ну тихо, тихо. Спаси меня. А, хорошо. О, давай посиди просто. Заходи в каюту. Посидим, отдохнем. Все. Мы, пацаны, короче, едем. Куда мы едем с тобой? В новый город. Прикольное название, мне нравится. Давай, ломай брейк, делай красиво. Нас тут никто не застанет. Пускай найдут. Ну да. А если мы вдвоем умрем? Ну что, вдвоем. Понял, хорошо. Я в кабине спрятался. Ты зачем его заспавнил? Блин, я думал, ты подумаешь, что он пришел сам. Это чтобы мы с тобой не сидели там. И смотри, зашкерились. Вы меня найдете? Я вас не впущу. Гусанёк, ну осторожно. Билетик. У меня может арбалет в руках оказаться мощный. Билетик. Гусанёк. А. Нет. Ладно, не буду, я пошутил. Они идут, они ближе. Я ставлю еще, мне мало. А что? Вот теперь начинается вакханалия. Теперь никто не выживет. Так, сюда иди быстрее. Нет, назад, вперед. Нет. Ладно. Ого. Пацаны, пока не спамьтесь. Я говорю, не спамьтесь. Ладно. Да блин, а как нам возродиться? Я не знаю. Надо просто подождать, пока они все уйдут. Ну, не спамьтесь, они уйдут, подождите. Они пойдут смотреть. Уходите, убегайте все сразу. Нет, блин, они опять пришли. Ну, я говорил, убегайте. Они вас с лица земли стирают. С двух сторон зажимают. Так, осторожно, осторожно. А, я буду смотреть, как вы сливаетесь. Давайте поугараем вместе, а что делать? Да. Блин, я уже... А, блин, откуда он нарисовал? А, я не в ту сторону побежал. Такая толпа. Он просто, знаете, загребает всех. Быстрей. А, есть. Я вырвался. Вырвался с капкана. Нет. Не иди туда. Не иди, Иртик. Ай. Я предупредил тебя, не иди. Опа. Что думал, поймать меня? Я очень умный. Есть. Отлично. Отлично. Вот это гул стоит. Хотел сказать, но я выживу. Не получилось, не фартануло. Пацан к успеху шел.
Блин, ого! Вот это было очень сильно. Ну давайте, поржем вместе. Все хорошо, мы тащим, пацаны, смотрите, как долго. Ну молодцы. Закрывай калитку. Они не умеют открывать двери, кстати. Отлично, молодец. Ну, Коля, ну что ты делал? А ты понял? Ну куда ты? Ты вышел с поезда, я понял, молодец. Да. Моя школа. Так, осторожно, осторожно только. Давайте посмотрим, какой он опять упадет. Блин, ну это вы что делаете? Я тоже так хочу делать. Аккуратней. А мы долго тащим. Обратили внимание, они вообще к нам не подходят. И это очень хорошо. Они застряли. Блин, нельзя говорить, что я побеждаю, потому что я сразу сливаюсь. Ну блин. Ну блин. Он туда-сюда ходит. Как возродиться? Смотрите, ну это просто зачистка идет. А вы возрождаете? Ну возрождайтесь, давайте опять поржем. Ваши очки накапливаются, понимаете? Тот будет самым неумехой в игре Гаррис Мод. Смотри, вот я уже вижу. Пока что я. Не, ну пока что я вижу. Сейчас тебя догонит, не переживай. Уже перегнал. Блин, ладно, не зря это я сделал. Надо подождать, пока уйдут. Бегите, быстрее. Что за жесть? А он как, знаете, стоял и ждал на входе. Ну давайте еще поржем. Не, ЛТВ, я уже тебя не трогаю. Зачем ты? Ого, их тут. Я выживу, я выживу, я выживу. Будьте Дима, внимательны. Так, 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 он рядом. Он близко. Блин, он стоит, шкерит меня. Оп, перепрыгнул. Отлично, оп, перепрыгнул, есть. Надо их контролировать. Внимательно, внимательно. Блин, он через поезд может меня убить. Так, ускоряемся. Прыжок. Отлично, прыжок. Опа, мимо. Они все за мной, пацаны. Я вожу всю толпу, гурьбу, которая заспавнил. Они еще есть впереди. Эй, эх, осторожно. Я говорю осторожно. Вы меня не слушайте. Беги, лучше беги. Блин, а я долго выживал и держался до последнего. Бегите, быстрее, не стой возле двери. Не стой, не стой, не стой, не стой. Отлично. Оп, прыжок. Блин, а я же на лестнице практически был. Ну да ладно. А кто тут стоит? Кот вонючий. Живой. Опа, все, я сижу. Блин, ну как он это делает? Очень жирный. А я хотел еще ставить, представляете? Ха-ха, куда еще ставить? Да ё-моё. Давайте будем подсчитывать голоса, пока не умирают. Ладно, я тоже. Ладно, очистим карту, понял? Не работает это так. Так, читаем голоса. Кто больше всех раз умер? У нас последнее место занимает Додик. Молодец. А первое место занимаю я. Ну я знаю, почему я занял первое место. Потому что перед тем, как мы записывались, вы сейчас стрелялись, да, между собой? Да. Да. Ну поэтому я и победил. Вот так вот. Как и обещали, мы сейчас будем взрывать поезд мощной бомбой. Пацаны, это будет очень опасно. Мы поставим небольшую бомбу. Эй, просрал, а нет. Опа. Ой. Смотрите, как это смотрится со стороны. То есть большая никак. Бомба. Никак. У меня все в этом тумане. Это жесть. Ого. Ого, аж забагалось. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Всем пока. Всем пока. Всем пока.